На территории Верхоянского района закрыт отопительный сезон. Надо сказать, он был непростым, как и последние 10 лет. Особенно по природно-климатическим условиям завоз топлива по обеспечению каменным углем котельных и сырой нефти соседей Ивена Батантайского улуса. В поселке Нижнеянск на депонации осталось почти 15 тонн каменного угля. Главной задачей первого тура навигации является завоз угля, продолжит моя коллега Альбина Павлова. Прошедший отопительный сезон для Верхоянского района был непростым. Особенно был сложным по природно-климатическим условиям для завоза угля и сырой нефти из Нижнеянска. Так, по итогам автозимника, почти 15 тысяч тонн угля остался на депонации. Первым туром навигации этого года предстоит довести до районного центра, то есть в поселке Батагай. Тогда мы по остаткам каменного угля после отопительного сезона, если эти 15 тысяч мы завезем в поселок Батагай, тогда мы устойчиво продержимся до открытия автозимника этого года, то есть до середины января текущего года. Филиал жилищно-коммунального хозяйства Верхоянского района является одним из крупных предприятий по численности работников. И от слаженной и добросовестной работы каждого сотрудника зависит вся жизнедеятельность Арктического района. Отопительный сезон начали, котельную подготовили в прошлом году нормально. И отопительный сезон начали вовремя. Отработали без больших таких нюансов. Все нормально было. Люди отработали. Коллектив собрался профессиональный, дружен такой коллектив, который понимающий работу, знает работу. В этом плане не очень-то тяжело было. Несмотря на различные трудности, отопительный сезон завершился без серьезных аварий и непредвиденных ситуаций. И уже шестой год коллектив филиала закрытия отопительного сезона, так называемого закрытия задвижки, отмечает выходом на природу. Отопительный сезон 16-17 годов прошел для нашего филиала стабильно. Никаких больших инцидентов не было, ну, которые по ходу отопительного сезона случались, мы вовремя устраняли. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.